Ну что, промежуточная вставка. В принципе, BMW музей радует, на самом деле, большим количеством очень старых автомобилей и очень маленьким отсутствием современных автомобилей. Вот. Моторы, мотоциклы, в принципе, все есть, ну красиво. Единственное, что мне вот оформление не очень нравится, потому что вот этот зал очень красивый, здесь можно подходить. А так, на самом деле, машины стоят в очень маленьких залах, я уже сказал, и трудно к ним подойти, на самом деле, очень много людей, наших людей, кстати, тоже. Вот, а так вот, на самом деле, красота.